Начнем выпуск с главных тем. К этому часу полицейские у Махачкалы изъяли крупную партию наркотиков – 928 граммов мефедрона, найденного у 28-летнего жителя Ростовской области, который перевозил наркотик на автомобиле. Свертки с уже расфасованным веществом были спрятаны в салоне и под протектором запасного колеса машины. По словам задержанного, наркотик он приобрел в Ростовской области. Часть он уже сбыл и остальное планировал продать уже в Дагестане. Следствию предстоит установить достоверность показаний задержанного и круг лиц, причастных к распространению наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Сотрудники полиции утром разбудили меня в машине, нашли в машине наркотики. Мефедрон. Откуда у вас этот наркотик? Курьер по закладке передал в городе Ростове-на-Дону. А в Дагестан вы для чего приехали? В Дагестан приехал с целью сбыта. Успели что-нибудь продать? Какое количество было наркотика? 210 грамм. Так вы ранее судимы? Никак нет.